С года в год пожаров меньше не становится, а в праздничные и предпраздничные дни опасность возгораний увеличивается в разы. К сожалению, пожары не уменьшаются, они также происходят. И очень печально, что гибнут люди. И среди детей тоже сейчас как бы участились случаи таких пожаров, которые дети устраивают нам. Наверное, знаете, последние случаи, где массовая гибель детей. Поэтому обо всех этих темах мы будем говорить, все это будем рассматривать, обсуждать и принимать какие-то меры для того, чтобы уменьшить количество пожаров, не допускать гибели, травмирования детей и в период проведения праздников новогодних и повседневной жизни. Для детей разработали специальную наглядную агитацию, чтобы каждый ребенок мог знать алгоритм действий в случае возникновения пожара. При проведении новогодних утренников и массовых мероприятий дополнительные риски. Абсолютно все помещения, все здания, где будут проводиться новогодние мероприятия, площади, они будут проверены на предмет соблюдения противопожарных правил. Чтобы предстоящие праздники и новогодние каникулы прошли без происшествий, пожарные инспекции рекомендуют соблюдать элементарные меры безопасности. Уходя из дома, обязательно выключать электроприборы, использовать только качественную пиротехнику строго по инструкции производителей и не оставлять маленьких детей без присмотра.